Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Тема урока «Что такое глагол?». Давайте послушаем сказку. В стране части речи жили-были имена существительные. Плохо им жилось, скучно. Трава, кот, машина. Все бездействовали. Но однажды все изменилось. Трава стала расти, колыхаться, развиваться, зеленеть, цвести и пахнуть. Кот бегать, спать, мяукать, охотиться. Что же произошло? Да просто пришли глаголы. Они не могут смотреть на бездействие. Они всех заставляют что-то делать. Итак, давайте посмотрим, что стала делать машина. Машина стала ездить, сигналить, перевозить, а также буксовать и грузить. Все те слова, которые мы сейчас только что записали, являются глаголами. Что же такое глагол? Слова, которые обозначают действия предметов и отвечают на вопросы, что делать, что сделать, что делает, что сделает, что делал, что сделал, что будет делать, называются глаголами. Слова «писать», «поговорить», «рассказывает», «прочитает», «жил», «наклеил», «будет ждать» – это глаголы. Давайте докажем, что это действительно глаголы. «Писать» обозначает действие, отвечает на вопрос «что делать». «Поговорить» обозначает действие, отвечает на вопрос «что сделать». «Рассказывает» обозначает действие, отвечает на вопрос «что делает». «Прочитает» обозначает действие, отвечает на вопрос «что сделает». «Жил» обозначает действие, отвечает на вопрос «что делал». «Наклеил» обозначает действие, отвечает на вопрос «что сделал». «Будет ждать» обозначает действие и отвечает на вопрос «что будет делать». Значит, все это глаголы. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеоуроки на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.